Привет, друзья! С вами, как всегда, Мила. Сегодня покажу, как я применила морской декор из магазина Fix Price. Повесила такую прозрачную занавеску с капельками. А тут все осталось по-прежнему. Коврик рыженький, короб для белья. А тут у меня небольшие перемены. Этот органайзер с расческами остался. Здесь вот цветок стоит тоже. И я дополнила зеркалом с ракушкой. Здесь поставила вот такие чудесные фигурки. Два полотенца в морском стиле. И здесь на раковине тоже положила вот такую вот ракушку. И теперь... Выглядит все вот так. На зеркале тоже есть водяные знаки, как вы видите, рыбки всякие там. Они уже давно, но они как раз теперь по теме. Две девчонки такие вот красавицы. И сверху я тоже немного украсила. Сейчас отойду подальше. Покажу вам, как это выглядит. Домики и кораблик. Получилась такая деревенька, как будто, и там кораблик. Домики мы с вами делали, и деревце тоже делали вместе с вами. С этой стороны у меня на крючках в сетке туалетная бумага, тоже подходит под морской стиль. Ну, в общем и целом, ванна выглядит таким вот образом. Там цветок у меня подвешен. Выходим из ванной и покажу здесь. Тут в коридоре у нас практически ничего не меняется. Также все остается в морском стиле. Немножко тут свет слепит, поэтому вообще-то это все яркое и сочное. Снизу тоже картины в морском стиле. И здесь в левом углу тоже такие картины в морском стиле. Целая стена. На комоде я разместила тарелку рыбку со свечами. Их можно поджечь. И вот так вот все тоже хорошо выглядит. При входе полочка. Поставила вот такую картинку. Хорошо сочетается с домиком и со свечой. Как будто это одна история тоже. И снизу у нас тоже органайзер с рыбками, куда мы складываем часто ключи, когда заходим домой. В углу фонарь. Он тоже подходит к морскому стилю или к морской тематике. На кухне тумба вам всем знакомая. И вот так я украсила полочки. Здесь у меня присутствуют натуральные такие тона, цвета. Кораблик вам всем знакомый, свечи. Сейчас я зажгу свечи, посмотрите. Вот так они таинственно горят в этом ящике. Я показывала и зимой, покупала из Amazon или из Temu. По-моему, с Amazon. Кораблик, и вот так вот все выглядит. Ракушка, правда, тут травки осенние, но они тоже красиво украшают эту раковину. Вот этот вот рак, краб. Ничего лишнего здесь нет, все соответствует и подходит друг к другу. Фонарь вам знакомый тоже, хорошо смотрится на кухне. И сочетается, смотрите, с этими обоями, с кирпичиками. Повернемся направо. Здесь на тумбе тоже я немножко поменяла декор. Здесь картина, которую я рисовала, показывала. Морской конек, рыбка, хлебница и цветочек. По-моему, всего достаточно. И даже еще может лишнее. Снизу на столешнице разместился морской конек с подсвечником. И свеча по цвету этой вазы. Палочки я красила тоже. Белые палочки, они подходят
для любого декора. И весеннего, летнего, осеннего. По-моему, вообще белый цвет. Он очень универсальный. Смотрите, как сочетается хорошо с этой лампой, которую тоже я переделала. Она была некрасивая, ножка была какого-то непонятного коричневого цвета, а колпак был выгоревший. И старый я все это покрасила теперь. Тоже очень хорошо это все на кухне смотрится. Здесь поменяла посуду. Кто-то говорит, здесь пыль. Нет. До сих пор очень чисто. Я по мере возможности протираю эти полки. И, как видите, меняю посуду. Слева я установила кораблик. Значит, справа якорь должен быть. Якорь. Этот спасательный круг, да? Нет, штурвал, вот. Они похожи со штурвалом, спасательный круг, я все время путаю. Так, и тут, конечно, вот на нем всякие разные фигурки. Там точно якорь есть. Вот, белая посуда, немножко коричневого тоже, чтобы соответствовало немножко с тоном кухни. И еще, кто не знает, я немножко расскажу. Вот это вот просто салфетки. Поштучно я покупала через интернет-магазин Amazon. Вырывала мотив и приклеивала на картон. И вставила в фоторамки. И теперь это украшает очень мои стены. Сверху просто фотографии, но сделанные на бумаге. Вот, для стиля. Вазу тоже сама делала. Так вот выглядит. И вот эти вот вазочки с бусинами и с ракушками тоже я уже показывала вам. Красиво смотрятся. Кстати, ракушки можно в любые баночки поставить. Вот в такой форме насыпать галечку, песочек, что у вас есть, и даже соль. Это тоже сделали фотографии. Эти фотографии все на бумаге. Вот даже видно, как немножко бумагу повело. Наверное, придется мне вырезать и снова приклеить на другую, погладить утюгом через пергамент. И вот так все выглядит красиво. Собираю все мотивы в кучу. Все это есть в Google. Пишите, например, картинки или фотографии в морском стиле. И вам выдает разные картинки. Вы потом распечатываете, какой размер нужно в каждую рамку, рассчитываете и вставляете. Вот у меня эта маленькая, например, получилась картинка. Просто я сделала как паспорту. И вот это тоже, да. То есть некоторые как паспорту. Вот. А так они все в основном полностью занимают площадь внутри картинки. Итак, я немножко рассказала вам, показала свой декор в морском стиле. Пишите, украшаете ли вы тоже дом в морском стиле. Мне будет интересно. И заходите на телеграм-канал. Там у нас девочки выставляют очень красивые работы. Всем здоровья, счастья, морского настроения. Всем пока-пока.